Продолжаем выпуск сообщением Минобороны Азербайджана. 5 августа в Лачинском районе при выполнении боевого задания на труднопроходимой местности оторвавшийся от скалы обломок упал на солдат срочной военной службы азербайджанской армии Самира Худиева и Таира Алиева. В результате инцидента Самир Худиев от полученных травм скончался на месте. Состояние Таира Алиева было тяжелым, и он спустя некоторое время скончался. Обоим погибшим в Лачине азербайджанским солдатам будет присвоен статус шахида.